2011 год для нас был годом особым. В том понимании, что нам предложили принять или не принять закон, я имею в виду государство, закон о свободе. Но этот закон немножко не так гласит. Внимательно изучив его, проконсультировавшись с нашими священнослужителями, с нашими епископами Православной Церкви Молдовы, мы пришли к выводу, что закон в целом может быть принят только с одними поправками. Убрать из этого закона пункт, где приравнивают сексуальные меньшинства ко всем остальным людям, живущим на этой земле, которые являются людьми правильной ориентации, как мы привыкли говорить. Не могут сексуальные меньшинства претендовать на равенство с теми людьми, которые живут на этой земле, для которых церковь – это место святое, для кого вера в Бога – это неотъемлемая часть их жизни. И поэтому мы вышли с разными предложениями, чтобы их сильно не обидеть, но вместе с тем сохранить чистоту веры. Мы в письменном виде подали свои предложения и в комиссию парламентскую, и два раза мы уже подали свои предложения Министерству юстиции, для того, чтобы они совместно с нами в комиссиях изучили и приняли, ну скажем, праведные предложения для парламента, чтобы проголосовать. В данном случае мы за этих людей должны молиться. Молиться, чтобы Господь их вразумил, чтобы Господь их направил на правильный путь. Потому что то, что они творят, удаляет от Бога, то, что они творят, это беззаконие.